Здравствуйте! Вы смотрите «Гороскоп Дзурхай» на АТВ. С вами Джаргал Лама. Сегодня воскресенье, 9 мая, 28-й лунный день. День успешен для людей, родившихся в год быка, дракона, змеи и лошади. Хороший день, чтобы устраивать праздники и представления. Работа с водой, молоком, серебром и ртутью сегодня также благоприятна. День не подходит для строительства. Начинать семейную жизнь сегодня не стоит. Отправляться в дорогу – конфликтом. Стрижка волос – к угрозе для жизни. И помните, как дерево, хотя и вырванное, продолжает расти, если корень его не поврежденный крепок, так и страдания рождаются снова и снова, если не искорена склонность к желанию. Магазин «Абсолют». Доставка продуктов прямо к вам домой. Цены как в магазине. Быстро, удобно и просто. ты-абсолют-shop.ru